Че, его нет, что ли? Его пронаружу, что ли, выскочил? Ну, вот он торчит. Нихера себе. Ты как в воду глядел? Нахера ты в нее глядел? Ну, ты НВД снимай. Хотя бы отодвинуть его не получится, наверное. Там, блядь, турбина как-то ее двинет. Раскручивай все, надо снимать его. Красиво. Закат. И наши степные корабли идут. Да? Да. А ты там вот встань еще вот там, на 200. Я к тебе буду ездить. Ну, я ж близко, но. Я всем насыплю. Сядь на пенек, ешь пирожок. Всех приветствую. 29 августа. Утро. Вышел из дома. Был сильный мороз. Ждем УАЗик. УАЗик. Приехал быстро. Не заставил себя долго ждать. Все менять. Да что я не говорю? На косыки, сюда уберите. Ну петлу взял, пошел, блядь. Ой, масса разложил как и кабину, и кузов. Утечку воздуха устранили. Надо было просто шлак подтянуть, прослаб. Задняя подушка тоже, блядь, хреновая какая-то стала. Блин, там щель такая сверху. И ничего не сделаешь, она уже стянута. Полсантиметра щель. Эти подушки тоже оторвались обе. Я вам серьезно говорю, обе подушки оторвались. Движок вот так вот ходуном гуляет. Передние колесики подкачал. Вот они до 6 сбросили. О! Новая дюралька. С мелкими уже трещинами какими-то. Кто говорит, это такая отливка. Ну, трещины-то видно. Значит, херовная отливка. Это вся установка моя старая. И вот здесь вот есть специальный шплинт, который фиксирует эту шайбу внутреннюю, трубу и фиксировал вот эту вот дюралевую крестовину. Там нет отверстия под этот шплинт. Без 15:10, в принципе, сейчас я успею поставить новую сидушку. Она вот она, такая тоже запыленная где-то на складе валялась, походу. Зато она новая. Амортизирует хорошо, наверное. Так что сейчас я, наверное, откручу и поставлю ее. Друзья, прошло 2 года, а именно раз в 2 года проходит крупнейшая сельскохозяйственная выставка страны «Агросалон». И уже пора планировать поездку. В отличие от других агровыставок, которые уходят в онлайн или вообще отменяются, «Агросалон» по-прежнему проходит в реальности. Минуя заумные слова, скажу, что «Агросалон» — это место, где собрано огромное количество сельхозтехники, которую можно потрогать руками, посидеть в ней, о которой можно расспросить и которую можно визуально сравнить с рядом стоящей техникой другого производителя. Выставка будет полезна всем, от большого начальника до механизатора и просто любителя сельхозтехники. Это отличная возможность посмотреть новинки, сравнить цены и даже купить выставочные экземпляры. Только здесь можно посмотреть все и сразу. Выставка будет проходить в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо» 6 по 9 октября. Вы уже прямо сейчас можете получить свой бесплатный билет,
заполняя форму на сайте агросалона по ссылочке в описании под видео. А для тех, кто боится или не хочет тратиться, есть замечательная возможность посетить выставку при помощи программы делегации. Группам от 15 человек и более предоставляется бесплатный автобус от дома до выставки и обратно, плюс гид по выставке. Так что собирайте компанию и приезжайте на Агросалон 2020. Классное мероприятие, сам был, сам рекомендую. До встречи! Не стал я ставить сиденье новое, Петрович приехал, говорит, да привезу тебе пистанину, все это, регулировку высоты, когда в сборе все поставим. В принципе, мне нормально есть и на этом сидеть, честно. Я уже свыкся. Ну что, ребята, походу все, запустили, сюда выруливают. Что, на поле ехать, наверное? Поедем на поле. Ребята, как-то интересно начали сегодня. Они с того конца заехали, проехали по кругу вдоль лесополосы железнодорожной, а потом сюда уже заехали и отрезали загонку. Сейчас уже, по сути, должны скоро набрать. Первым был Леонидович, если не ошибаюсь, потом уже все остальные. Ну, плюс-минус 5 минут, я думаю, сейчас все трое намолотят по бункеру. Вот он, Олег, замигал. Надо, наверное, на загонку заезжать. Да, сейчас все трое, да, Федь? Сейчас все трое сразу. Ну, я, да, сейчас один высыплю. Я Сереж два возьму, то я один. Потом подожду еще один, когда. Ты кури пока. Что-то Леонидович заглушил комбайн, полез по бункеру, моторный отсек открыл. Что там нашлось у него? Это масло, да, Леонидович. Масло, моторное, грязное. Это с мотора откуда-то. И она тут сверху идет, прямо вот с двух сторон, Олег. Прям по балке, по редуктору. И справа, и слева стекает. Это где-то выше, вот, над редуктором где-нибудь, смотри. Может, какая-нибудь смазка компрессора что-нибудь, Олег? Смазка ТНВД, там что-нибудь такое, нет? А и перед весь тут в масле. Блять, вон здесь все, блядь. На везде. Блять, или сальник пиздец. Сальник передний, который идет. Ну смазка-то вот она в носок, блядь, она не хуя сухо, блядь. Это. А как бы что, завести, посмотреть? Много ушло масла-то? Да по бачи не видно, что много-то. Да хуя, наверное. Еб твою мать, че нахуй. Не было печали. Арженевки не отпускает нас. Пиздец, блядь. Блядь, никак тут, блядь, ёбаный вас, блядь. Блядь, у меня масло мало, ёбаный. А у тебя масло импортное? Да. У меня, блядь, полтора литра есть. С хуя. В рулевую. У меня вообще нету такого масла. А так дымка только. Блядь, позвоним, чтобы Максим привезет.
Тебя Петрович позвонил, вам привезет. Да нахуй нужно пиздец, блядь. Ставьте вам, гоняй. Серега, иди заводи. А, он не поедет? А ты, бля, стартером сейчас, блядь, это. Да хули стартером. А потом что делать? Глушить его, да? Глушить, по-моему. А если вы видите, вы сами заглушите? Глушить. Я вот так как смогу заводить, а по лестнице? А у тебя что, блядь, да, я свой заглушу сначала. Так. Запускаю! А не запускается! Какой? На ГСТ? Бункер зерна полон. Спасибо. Мы знаем. Давление 3,2 килограмма. Что нашли? Сальник вылетел оттуда. Сальник вылетел. Нихера себе. Это плохо, Олег. Че, его нет, что ли? Его прям наружу, что ли, выскочил? Ну, вот он торчит он. Нихера себе. Ты как в воду глядел? Нахера ты в нее глядел? Это, в общем, сальник, который ставится на валу, приедут НВД. Блять, я так, сука. Выключи мигалку-то, ёб твою мать, блядь. Выключи, блядь, не пугай, блядь. Сальник на насосе выдавила. Не на насосе, а на этом, на, бля, приводе насосе. Да, выдавила. Какого хуя выдавила? Блях, муха, снизу натекло, сколько он под мотор еще, Олег. Масло туда. Пиздец, все надо, чтобы бочку надо гнать сюда. Все в масле. А там, блядь, в этом. Блядь, в развале масло. Ну в развале, она по бочине стекла все еще. О, он валу вон вообще мотается, да? Какого хуя выскочил? А колянил? Коляный? Да, блядь, не сказал бы нахуй. Ну, менять по-любому уже. Ну, само собой. Ну, ты НВД снимай. Хотя бы отодвинуть его не получится. А там, блядь, турбина, как ты ее двинешь? А раскручивай все, надо снимать, я не знаю. Вымывать все, надо. Ебаный в рот, блядь. Сука, блядь! Не было печали, блядь. Ну так всегда, один работает, а двое смотрят. А чем помочь-то? Я не знаю. Или чем тебе помочь, Олег? Я могу ключи подавать. След, блядь, самодоровки, блядь. Асфальт нахуй. Кто
хоть из мельков хуярил, или меня, или кто, блядь, масло текло, блядь. Да? Блядь, пойду, это хуй, блядь. Чё, поедешь опять? Да, ну. Ну, ехал, ладно. Уступлю тебе, так уж и быть. Снимай. Дам тебе заработать. Зарабатывай, блядь. Орден Сутулова. О, блядь, Федор бегом побежал. Трусцой. Давай! Трусцой. Трусцой. Сука, наверное, не видели, блядь. Трусцой. Это самодельный у тебя, Олег? Нет, заводская. Заводская такая? Ну, там не крутить, не ебаться, наверное. Угу. Так, тебе вот этот нижний, блядь. Ненавижу крутить его, блядь. Кого? А у тебя с трещоточкой же, ключик. Трещоточка. 19 есть же? Не понял. Звонил кто? Еще раз, блядь, проедешь, сука, нахуй, блядь, колеса прохуяли. На мой, блядь, на красный. Не, красный. Один из двух пускай собирает. Сейчас еще один проедет. А. Залезть в кабину, наверное. Вытянуть глушилку, провернуть стартер. И подвести, да. Наши не болтает. Сейчас сделаю. Не получится. Чё это? Хорош, Серёг. Видал, Олег, я тебя помахаю. Ага. Молодец. О. Я без тебя прям делал. Ничего не сделал, конечно. Что тебе движок провернул бы? Смотреть надо. Ты чуть-чуть переборщил бы, все бы. Пришел бы, опять надо проворачивать. Да, я плюнул, блядь, поджег бы. Пошел. И везде ходил бы у тебя бы. И вот из всего рабочего дня это самое интересное и самое приятное. Обед. А еще хорошо, если его привезли бы. И там чуть наваристо такое было бы, мясное. А потом компот с белым хлебушком. Ой. Если привезут хлеб, мороженое. Пирог. Мороженое. О, мороженое я люблю. Здесь, смотри. Ну да, там либо пивом водка, либо мороженое. Все, Олег, обед. Сарик достал? Нет, вот я сам смотрю, хуйню. Ну а что? Тебе помочь? Когда насос, блядь, вытаскивать, блядь. Упирается во все, блядь. Смотри, там турбин горячий, короче, не? Все, обед, товарищ. Серёж, залезь туда. А, сейчас лезу. Мне похуй кому, хоть на землю свалим. Ребят, мне надо МАЗ завести. Сгружаться его этого. Федя сгрузится, ты мне помогай. Сереге. На друг друга, блядь, стрелки перевели. Ты же мне помогаешь. Помогай, да. Ну заводи ехать. Ну просто глушитель тебе в спину, блядь, смотрит. Ёбаный, блядь, я и тенёк от своего съебёшь. Да. Блядь, пойдём туда за компанию. Да. Я тебя заведу, блядь. А может, ты сам подъедешь? А то ребята лежат вот. Да?
Да. А ты там вот встань еще вон там, на 200, я к тебе буду ездить. Ну я ж близко, но. Я всем насыплю. Пальчик, блядь. Давай, Лех, я уберу. Так лежал, так лежал. Да ладно, Лех, полежи там он. Двигай, да? Да. Я уже попадал на это. Открутил, провернул, сразу вылетел. Ну, сколько упиралось. Теперь комбайн не видно. Леонидович все разобрал, сальник он вынул оттуда. Теперь ждет новый сальник. Но сальник не такой, какой обычный бывает. Вроде бы другой. Ты, может, Петрович позвонил, сальник мы тебе нашли, а номер продиктовал совершенно другой номер. Сальник. Ну, размер его. Поехал искать. Найдет, привезет, Олег будет собирать. Первая наша машина за сегодня. Выезжать будем здесь прямо через Лехин Арженеевского двор. Завозить туда же, в полукруглый ангар, на базу. Все, особо больше ничего не скажу. Загружаемся. Мечта, кони в яблоках, кони серые, как мечта моя, кони смелые, скачут сокою, да по времени, а я маленький, не устремленный, кони в яблоках, кони серые, как мечта моя, кони смелые, скачут сокою, да по времени, а я маленький, не устремленный, эй! Отозвались карусельно, буренцы в ночной тени, там, где лошади отдельно, в серых яблоках они, но давно по траву стою. По степи мечты моей все гоню я к водопою. В серых
яблоках, яблоках кони. Кони в яблоках, кони серые, как мечта моя, кони смелые. Скачут сокою, да по времени, а я маленький, ниже стремени. Кони в яблоках, кони серые, как мечта моя, кони смелые. Скачут сокою, да по времени, а я маленький, ниже стремени. Hey! Уехали мы от Олега, там сейчас Вовка помогает ему собирать, он уже ему сальник привез на Беларуси, ну и бочку с водой, чтобы помыть после сборки, смыть все масло, ибо под двигателем там большая лужа масла, сам двигатель в масле, бочина, хотя бы как частично ее надо оттуда удалить, ну как получится. Федор загрузился, поехал, сейчас уже моя очередь, жду первого Мишка на окрась. Загружаться, потом уже Горька. Вторая загонка по счету вот уже доделывается. Ну и до края остается не так уж и много. Наверное, еще одну загонку и дальше там можно будет выкружить. Я так думаю. А там посмотрим. Вообще там на клин. Вот туда вдаль поле идет расширение. Здесь она поуже. О, видите, друг, какой у меня хороший. Видите, что я еду в другую сторону. Прорез мне сделал, чтобы я выехал. А загонка узкая, я что, разворачиваться здесь не могу вооруженным. Пришлось ехать в другую сторону. Игорек мне сейчас свалил. Я бы тогда не включился, просто Леонидыч, смотрю, запустил комбайн. Я не планирую как-то сейчас темку спускать, хотел попозже. А тут такое событие, он запустил. А, Мишка не в мою честь, оказывается, резал. Он, оказывается, разгружаться собирался. Я не спустил комбайн, блин, такой белый дым фигарит у него. Может, сейчас зажигание не так. Ладно, разгрузить сейчас есть что. Главное, чтобы сальник не тек. Тем более он сказал, что что-то как-то он хреново забился туда. Капитан полез на борт корабля. Смотреть, все ли в порядке. Так, проверил. Ага. Пойдемте, сходим. Что у тебя за техника, а? Один хрипит, другой свистит, блин, а? Уши аж закладывает. Такой прям ультразвук, блин. Вот если ты мимо едешь, я плохо говорю. Ой, блин, прям аж по-моему, где-то во внутреннем ухе, знаешь, такой звон стоит, прям. Турбина там. Это мрак вообще. Вот тебе досталось, блин, хрипы и свистки. И все белорусы. И все с воздухалами ебут. А, да, там тоже не хватает, этому не хватает. Ну это ладно, сделать нормально. Кто там это делает? Да. Надо ему говорить нахуй опять, пускай покупает. 12-21 нахуй. Нормально? Салик работает? Второй групп проверяю. А ты что запустил такой дым белый, блин, прям. А зажигание ранее поставил. А, ну я так подумал, думаю, зажигание, ага. Я думаю, попробую поставим, может дымить и так не буду. Завелся, оборот не набирает, не понимаю. Вроде, блядь, наоборот должен, блядь, зависеть нормально. Позднее, когда ставишь, он наоборот плохо набирает. Я на Беларусь пробовал пораньше, чуть поставил, но проступает, там сразу так чувствуется. Чуть поменьше сделал. И, ну, греться стал, блядь, потому что сейчас опять можно делать.
надо было сказать, прокос мне сделать. Мне теперь опять объезжать на гонку. Сейчас должен Мишка набрать. Игорек сыпался дяде Феде из Простоквашино. Приехал после третьего рейса за сегодня своего. Мишаня тянет по дядой жатке на край поля. А там Лех стоит на КамАЗе, походу это. Мишка поехал молотить Лехина огород с ячменем. У него там чуть больше 3 гектаров. Короче, велел обмолотить Лёхи. Ну, здесь тоже осталось чуть-чуть, я его кружу вдвоем сейчас. И все, и перегонять будут технику туда, к базе. Сейчас 5 часов. Ну, к 6 закончат. К 7 перегонят, не знаю, успеем мы что поработать там или нет. Последняя полоска. Сейчас склад круглый заполнится. Хотя он уже мог заполниться не раз. Отсюда отгружали. О, Алёшка идет. Максим толкнет. Максим толкнет. Толкнет, Максим, говорю. Максим толкнет. Он только что толкал. Ну еще толкнет. Я думал, ты можешь сюда подставил. Надо было свистнуть мне, Леш. А ты на меня косился, сидел, бляха-муха. Че косился на меня, мог свистнуть мне? Да ты махал. Да? Если он чуть не рассчитался. Я знаю. А? Мне говорил Вов. Тебя вернули? Побыли чуть-чуть, сразу нам метелки и лопаты дали в руки, склад подметать пришлось. Поедем к монополию, подождем комбайн там. А поле за второй базой. Карасевская, Насоновская мы их называем. Ну, короче, поле 30 и 40 гектар. Переезжаем, да, туда поедем. За вторую базу туда. А, за лощину, к мостям, да, ближе. Туда, там 70 гектар. Там, да, там пшеница должна быть. А вы куда, вы пшеницу яровую возите? Нет, ячмень? Ячмень, сколько? 200 гектар. А, ну, левую, я понял. Где Мельхова база?
Неплохо мы тут постояли на поле. Мы, правда, не доехали до того поля, где молотить надо. Мы комбайны ждем на Олеговом поле. Ну, где стоп он сбил и пожар где был. Время 7:30, вот комбайны только пришли. Они все дружно, Лёхи, домолачивали огород. Ну и не спехом, пока доехали тут с Роженевки. Ну, я не знаю, сколько они тут. По бункеру намолотят. Красиво, закат. И наши степные корабли идут. Ранее огней, видите, сколько много через речку Михалыч-Бубенцова. Молотит комбайн, что-то, наверное, 7. Там Торма в основном, смотрю, два Нью-Холланда. Остальные так я не посмотрел. Это еще когда еще не стемнело, мы видели, когда ждали наших ребят. Ну, ребята на ту сторону прошли. Сейчас разворот отбивают обратно уже. Вот возвращаются. По бункеру, наверное, сейчас намолотит. Я думаю, все. Первая пшеница. Повезем на вторую базу в подарочный склад.
конечно. Сейчас прям. С минуты на минуту. Без 20:10 вечера. Не, ну, нормально. Не так уж и поздно. Ну что, яровую завтра молотим, эти два поля. Я думаю, за завтра должны все это смолотить, тем более все начали. Ну, дорога там ужасная, во враге. Уклон идет на левую сторону. Не, вру, на правую. Шапка сыпается. Либо надо говорить комбайнерам, чтобы не сыпали с горкой. Либо ездить вокруг. Выезжаем на асфальт, потом с асфальта отправить на вторую базу. Ну, в принципе, там близко, мы должны успевать вполне. Так что посмотрим. А там все, ребят. Спасибо за внимание. Оставьте канал. До новых встреч.